честь юбилейного года детская библиотека имени Пушкина начала принимать подарки. Книги для детей с особенностями зрения библиотека получила от благотворительного фонда, иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Это стало приятной неожиданностью, ведь такие книги – это почти произведение искусства. В каждом издании – красочные иллюстрации, крупный шрифт, специальные проработанные детали, выпуклые контуры и объемные фигуры – все то, чтобы ребенку с особенностями зрения было комфортно. Это действительно книги, с которыми можно очень много и интересно заниматься, проводить время. Они настолько качественно сделаны с учетом всех особенностей тактильного и зрительного восприятия этих детей. То есть там идут крупные иллюстрации, идут тактильные вставки, используется шрифт Брайля. Сейчас в фонде библиотеки 14 экземпляров книг для детей с особенностями зрения. Это и отдельные издания, и книжные комплекты. А тематика их самая разнообразная. История страны, сказки народов мира, художественные произведения и стихотворения. Отдельного внимания заслуживает волшебный карандаш, специальное устройство, которое воспроизводит в аудиоформате текст книги и музыкальные файлы. Пожарил рыбку на огне, и вдруг в дверь хижины раздался тихий стук. В эти комплекты добавлены занимательные задания. И эти занимательные задания такие, которые с удовольствием выполняют все дети. То есть это пройти лабиринты, разгадать какие-то кроссворды, найти отличия. И, как я уже сказала, там используются тактильные элементы, которые позволяют даже невидящим деткам выполнять такие задания. Такие книги выдавать на руки пока не будут. Они доступны только в библиотеке. Для родителей и детей с особенностями здоровья библиотекарь-консультант готов подсказать, как правильно работать с такими изданиями. В планах есть, например, создать клубное объединение для семей, в которых воспитываются дети с особенностями зрения, потому что на самом деле, наверное, очень важно, чтобы взрослые получили какую-то информационную поддержку, просто, может быть, пообщались между собой. И таким местом нам будет очень приятно, если станет наша детская библиотека. Сейчас детская библиотека имени Пушкина заказала еще несколько книг с крупным шрифтом, чтобы постепенно пополнять книжный фонд для детей с ОВЗ. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.